Снисхождение дорожных полицейских. В рамках недели безопасности дорожного движения в Карагандинской области водителям прощают мелкие нарушения. Возможность отделаться предупреждением автовладельцы получили только на 15 ноября. Об этом подробнее расскажет Аида Ибраева. Акция «День взаимопонимания» между дорожными полицейскими и водителем проводилась с 11 в течение всего дня. Инспекторы управления дорожной полиции ограничились лишь профилактикой правонарушений. В рамках Всемирного дня памяти ДТП, принятой в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 25 октября 2005 года по городу Караганде, сегодня проводится мероприятие, направленное на работу строевого подразделения в целом по обеспечению безопасности дорожного движения именно по профилактике. Административные протоколы на нарушителя оформлялись только в случае грубых нарушений правил дорожного движения. В остальных случаях водителям делалось лишь устное предупреждение и вручали наглядную агитацию. По словам сотрудников ГАИ, ситуация на дорогах Караганды требует принятия различных мер, например, как сегодняшняя акция. На сегодняшний день по городу Караганде произошло 238 дорожно-транспортных происшествий, из которых 34 человека получили 24 человека погибло и 258 получили различные степени тяжести. Подобные акции стартовали еще в 1993 году в Европе. Теперь они будут введены в нашей стране. Сотрудники дорожной инспекции продолжат введение новшеств. К примеру, завтра состоится иная акция. Сотрудники правоохранительных органов сдадут кровь. По завтрашнему дню в 11 часов по улице Шахтеров 81А лишь составом строевого подразделения будет сдача крови. И в воскресенье День памяти жертв всех участников дорожного движения рекомендуем двигаться с включенным светом ближнего света и в 12 часов в день, 12 часов дня подать кратковременный звуковой сигнал. Аида Ибраева, Бауржан Алипов, Павел Спиридонов, Первый Карагандинский.